Ух ты. Мада. Чекай, чекай, чекай. Сейчас можем пазить под ноги глядеть. А? Добро, сейчас когда спустимся, подвигнемся назад. А что ты чудишь, когда я не сам тубила, као? Садом као, что ты? Показу, дозу, пьяну, пута, види кучицу, види, где застава. Йой, застава, кучица. Где застава, попидам. Ух ты! Има кога? Добар дан! Не-не-не-не-не-не. А что, ако тут рула? Ой-ой-ой. О, пока кудащица, види, депа. Jādan, un vēl vēl ko mora būt? Vēl tā kā gamačok lisionka. Stari bunker razrušeni. A dobro, Zoki, to je njihov posao. Morali bi sami malo kontrolirati. А что да ты кажешь? Что да? Вот ровно. Код нас так вы суросли при, а сад выше нема, ту неко них дирал. Кренула снимать. О, во лепо место. Значит, если вас муж позовет прогуляться в лес, заводит вас в какой-то закоулок, где есть много лошадиного помета и дедушкин табак, грибочки, вы должны быть очень уверены, быть в себе, иметь средства для самообороны. Ну, в общем, пытаться вернуться потом домой. Не факт, что мы прошли просто на прогулку. Возможно, это будет последнее мое видео. Мад. Квест. Овде има пуно глива. Да. А идем ебега. Добро. Лепо изгледа. Камень кода га намерно неко сложил. Не, не, не. Напротив, неки комады сложены тако, кода специально за неки ово. Мы сели бараку направить. Види ово. Тут за нема, то прекрасно. Уже пут поправить, ово. Неки джип. Криво, да не можемо ту ići. Имамо неки джип, било би нам супер, а зако? Не знам. А? Короче, это путь, по которому эти ходят, перебежчики. Что за... Ну да, уж мислить последний. Вот это обозначено для лесников и для мясников. Господи, вот лес, да? Да. Вот ограда. Здесь, в общем, пасли овец. У каждого была какая-то там территория, место. Люди из села или наоборот с гор спускались, из села поднимались. Да, овощи лепы. Октябрь, цветов так много. Идем в бункер, да, каже. К бункеру идем. Какой это бункер? Что это вообще значит? За что поставили этот бункер? Повесть. Тысяч. Ага. 1914 или 18 год. Святого. Поглядай, что и горы, и доли. Айда, погинешь первый. У, то и баш оно. А баш бункер, мислишь? Это настоящий бункер. Короче, здесь...
Военные были, спасали тут, защищали. Да. Да. Короче, а сигурно да нема животиня? Короче, тут держали, ой, блин, держали оружие. Ой, господи. И они здесь прятались, военные, стреляли, отстреливались, спасали. Вот вам, здрасте, приехали. О! Паяна наша куча. Да, можешь срушить нам кучу. Блин, если бы они стреляли, они бы точно в нашу куку. Нет, наша. Нет, наша. Е-е. Падает. Да, да, да. Блин, с бункера бы нас расстреляли без проблем. Ой. Ага. Ты здесь видишь? Ну, вид у них неплохой был. То за циркуляцию зрака. Да. Да ты можно некий злый, или что? Да, да, нечто все так направили, не знаю за что. Да, сбоку печи грелись. Грелись, да. А идем горе на верх сад. Чекай, зовем Нику, дозго ще звать. Айде. Ложим в горе. Добро, айде. Я мислила, да это боли, она кое-что изнутра. Так, мы выходим пока тут еще. Маков, где кос Павел? Где спавал? А коза, может, держали храну нечто. Ой. Может, охрану держали. Блин. Говорит, это итальянцы вроде бы строили. Проектировали. А колко има? Има ешь так в их бункеров, где? А, есть еще один. Где? Там вот сиди, горе. Ага. Да погинемо заедно. Массовно самоубийствами. Бошку-то, наверное, пронесет. Все. Мы идем назад. Нафиг. Нафиг с этого бункера.